Саша, ты вернулся сейчас из расположения молодежной сборной России. Насколько для тебя важны вообще выступления за сборную? И как сложился вот этот вот отрезок сейчас? Ну, это был мой первый вызов в сборную, так сказать, на сбор в Испанию. До этого я вызвался на сборную ФНЛ, там один матч отыграл, забил даже. Сюда вот вызвали, тоже обрадовался, был рад, что наконец-то меня вызвали. Думал, что раньше вызовут, но как-то не вызывали, все. Ну, я к этому отношусь очень принципиально. Это все-таки моя работа, и играть за национальную сборную – это очень хорошо. Насколько вообще тяжело вот так из клуба в сборную, потом обратно, разные тренеры, разные страны, перелеты? Ну, конечно, когда все поехали отдыхать домой, мне тоже хотелось домой, там семья у меня, но как-то понимал, что сборная есть сборная, если надо, значит, надо ехать. А потом, уже находясь в сборной, я как-то даже посучился уже здесь по команде и хотел поскорее вернуться к команде и продолжать с ней работу. Как бы ничего в этом такого нет. Ну, тренера всегда разные. У всех свое видение. Нужно уметь со всеми работать. Сейчас идет подготовка к возобновлению сезона. А насколько ты себя сейчас чувствуешь готовность, может быть, если так сказать, может быть, в процентном соотношении в каком-то? Да я даже не знаю в процентном соотношении, но как работаем, набираю форму. Но пока идет все своим чередом, все как надо. А стандартный для новичка вопрос, вопрос адаптации. Как она для тебя сложилась в крыльях советов? Ой, адаптировался я очень быстро. Наверное, уже на первом сборе уже чувствовал себя как дома. Сейчас приехал на второй сбор, еще намного лучше себя чувствую. Как будто уже в этой команде нахожусь не один год. А как у тебя вообще сейчас вот сложились в голове тот футбол, вот, который проповедует наш тренерский штаб? Ты уже примерно понимаешь? Ну да, я понимаю, что от меня хочет тренер, что это не та игра, где, ну как, то есть смотреть на Томск, где я играл в Томске, что в основном были длинные передачи вперед, здесь все идет через контроль, все через пас, и нужно тоже немножко перестраиваться и перестраиваться как под игру, которую ставит тренер. Ты уже забил свой первый гол за крылья, пусть это был неофициальный матч. Испытал какие-то эмоции после забитого мяча? Я думаю, что... Ну, эмоций сильно не испытал, но я думаю, что этот гол дал мне немножко уверенности, что я был немножко зажат все эти игры, а когда забил, как-то более уверенен стал, что все-таки немаловажно.